Жители микрорайона поселок Геологов межозерного городского поселения уже давно волнует вопрос установки детской площадки. Из-за того, что ребятишкам негде играть, создается травмоопасная ситуация. Оставаясь без присмотра, дети выбегают на дорогу. Инициатива нашего депутата, идейный вдохновитель Мажитов Фарид Рагитович, который взялся, сам же начал искать, место находить. Он рядом здесь же живет, он сам местный в разведочной части. Поэтому он, понимая, где вот будет более подходящее место, вот он выбрал вот это. Он подошел с тем, что совместно с жителями они прям просматривали, прорабатывали и выбрали вот именно вот этот участок и начали постепенно его благоустраивать. Раньше здесь была заросшая площадка. Инициативные неравнодушные жители совместно с депутатом местного совета Фаритом Мажитовым расчистили территорию, убрали крупные камни, установили сооружение для детей. Администрация поселения посодействовала в установке освещения. Установили сразу же вот эти вот фонари светодиодные, ее осветили, она теперь как днем освещается, ночью. В дальнейшем трансформаторную подстанцию полностью огородим, чтобы туда совершенно доступа не было никакого, никому. И посмотрим, как дальше. А может быть, даже вот этот прудик, речку облагородим. Как-то придем к какому-то завершающему этапу. Нет сомнений, детская площадка микрорайону необходима. Пока это только начало. В дальнейшем нужно обезопасить территорию и сделать ограждение. Начинается сменно. Вот сейчас днем, допустим, мы заметили, самые маленькие детки приходят. К вечеру, все ближе к вечеру, начинают все старше, 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 и потом самые старшие приходят. А в дальнейшем мы ее обезопасим, приведем по всем нормам, по всем стандартам, чтобы это была действительно официальная, безопасная детская игровая площадка.